Ну вот, это акция, на которую сегодня нас приглашали, и я пришел посмотреть в защиту дома. Ну, посмотрим. Я сейчас начну репортаж, а потом буду выкладывать видео. Видео все-таки лучше качеством. Интересно, что все это подано вот в таком театрализованном, веселом уважаемые жители виде. И гости города Иркутска, ну, может быть, так и надо присоединяйтесь теперь к нашему акции-шествию за сохранение памятников городской архитектуры дома Кузнеца на улице Дзержинского и дома офицеров на улице Карла Маркса. Ну, с лозунгами я согласен, это мои лозунги. Этой акции шествия мы хотим привлечь внимание губернатора к бездействию областных структур, к бездействию службы. Ну, можно. Дайте я немножко в себя приду. Я вот говорю, что лозунги мои, мне это нравится. А, хотите, Вадим? У нас еще есть. Ой, не, у меня две руки всего. Две руки. Поддержать нашу акцию. Просьба организоваться в колонну подвое для того, чтобы проследовать по улице Чехова до дома офицеров. Ну, ладно, шествие сейчас начнется, я буду фрагментами записывать на видео и выкладывать. Так будет лучше. Сейчас формируется тут колонна. В общем-то, надо сказать, народу-то немного. Тут и сотни, по-моему, не наберется. Так что, ну, приятно, что вот есть архитекторы наши ведущие. Среди все, трансляцию заканчиваю, начинаю видеорепортаж. Борьба от полного хлопцедрица, хлопцеца, товарищи. Вот знаете, что меня больше всего убивает в вас? На охранниках и защитниках, в том числе и тебя, да. Что вы это с каким-то стёбом все делаете и говорите. Значит, тут трагедия. Полунеприличное слово «стёб» из ваших уст, любезнейший, я уже слышу не первый раз. Оно литературное. Пора бы разнообразить лексику интеллигентному человеку. Предложи. Вот. Значит, скажу второе. В подвальчике-то у дома офицеров кирпичики-то крошатся. Да понятно. Вот. Нет, ну а кто ж против-то? Ну что, пошли? Архитектор Мишкин. Домой тащить надо. Да? Ну, здесь 6 раз по 1,5 кило. Пошли, пошли. По дороге съедим. А что от тебя еще услышишь? Пошли давай, пошли. Вот пошла грандиозная протестная. Подвое. Ну пошли, пары. Идем. Нас построили по парам и повели по улице. Ну, вообще, надо по центральным улицам ходить, наверное, и по деревянному Иркутску. Кстати, вот как ходят эти буддийские Рама, Кришна, там, Кришнаиды. И каждый день с барабанами, с бубнами, с плясками, с песнями они поют свои песни ежедневно.
Вот так же надо ходить и нам. Обращайтесь за помощью к нашим волонтерам. Защитим здание от невнимательности и равнодушия. Просим губернатора принять меры и действия. Ну что? Ну что? Сердце старого архитектора может радоваться. Спустя 45 лет мои мечты воплощаются в таком виде. Нарушители общественного порядка. Все смонтируется, потом это Ой. Думал, сейчас меня милиционер арестует за то, что я иду по дороге. Нет. Престарелых, неужели мы, иркутяне, не отстоим этот исторический памятник, построенный почетным гражданином города Иркутска? Защитим нашу историю от невнимательности и равнодушия. Просим губернатора принять меры к бездействию областных структур. Я позавчера здесь как раз по этому месту проходил. Помните? Фонд общественного контроля в поле зрения готовит судебный иск к службе по охране объектов культурного наследия Иркутска. Мне такое шествие гораздо больше нравится, нежели эти кришнаиды. Действительно, не хватает песен и музыки. Акционеров сосчитаем. Раз, два, три. Там впереди. Ну, человек пять есть, по-моему, да? Ну вот, это к теме о отсутствии милиции на улице. Ну, в данном случае, наверное, охраняют нас, что ли, получается. Но мне хочется выяснить все-таки, кто эти люди в желтых майках. Что это за организация? Ничего плохого сказать не хочу, но интересно. Службу по охране памятников к ответу! Лозунги буквально из моих постов, не правда ли? Ну что, это приятно же. Всем дам офицеров и дам кузнецам! Сейчас мы дойдем как раз до дома офицеров, про который я неоднократно говорил, про эти саваны,
погребальные, я неоднократно говорил. И я очень рад, что я считаю, что и мой вклад есть в том, что на это стали обращать внимание. Сколько я снимал этих сотни домов в этих саванах посмертных, которыми драпируют, прикрывают и скрывают бездеятельность, бездарные импотенты, преграда хозяйствия. Нашей акции. Нет. Вставайте, пошли. Мы работаем. А мы что делаем? Вот это троллинг. Благодаря таким людям, как вам, и сохраняются памятники городской архитектуры. Низкий вам всем поклон! Хорошо, нужно сделать еще раз. Всем посмотреть не на меня, а вот на этого человека и в эту камеру. И снова крикнуть: мы, иркутяне, спасем Иркутск! Три, четыре! Мы, иркутяне, спасем Иркутск! Давайте теперь фото! .рф. Сайт доступен с любых устройств. Также проголосуйте там за сохранение памятников городской архитектуры, чтобы этой петиции привлечь внимание губернатора. Спасибо! Спасибо всем. Ну что, мне можно уходить действительно на заслуженный отдых. Мое дело в верных молодых руках, а я буду просто заниматься красивыми картинками. Мне кажется, пора на отдых. Но участвовать буду.